Ирагун Булдер, Настя. Добрый день, Настя. Ирагун Булдер, Агаш. Настя, мы с тобой продолжаем изучать чувашский язык. И сегодня попробуем один из самых распространенных и простых методов изучения языка. Как ты думаешь, какой? Смотреть фильмы? Нет. Учить стихи? Нет. Ну, тогда слушать песни. Да. Здорово. А какую песню мы будем учить? У меня для тебя сюрприз. Мы не просто выучим песню, а познакомимся с ее исполнителем и вместе с ним выучим. А кто же это? Алексей Московский. Салам, Кирдзим! Салам, Алексей! Привет, Леша! Сывык сунады. Пидихавас, Сирегурма. Очень приятно вас видеть. И берди пидихавас. Настя, давай мы несколько вопросов зададим Леше, чтобы побольше узнать о нем. Алексей, Калага, как ты давно стал петь в Ирлама? Я начал с малых лет. Мэньбачкрень. А Чипримыш Юра? Паримыш Юра, первая песня, это было в 5 классе. Пиликмыш класс Раврени Чухней, хорда, солист полза. Антошка, Антошка, улмаглар макара, мрантошка, Антошка. Вот Чавнашкал Юра был. Такая песня у меня была первая. У тебя есть любимая песня Юратный Юра? Манун пидину май Юратный Юрзем. У меня очень много любимых песен. А ты мог бы рассказать нам какой-нибудь интересный случай на концерте? Интересный случай? Маншутпа Падем Юрзин Пур Умбек Пузаиртный Падармахсен. Я думаю, у всех артистов есть такие интересные случаи, забавные случаи. Парегинже Чембер Облажинже Концерт Панджухне Ерцы Бараган. Сцена Жинже Алексей Московский Тереде. Еп Ховартрах Сцена Жинже Чупсаду Гастезе Шап Аллаге паджеккетсе жаплай, мэлле пуш пабырза шабындам касяк шине. Тухрымда манан юру пышланчет, песня моя началась. Первую строчку паремыш дергене юрларым, икимыш дергене манзагарым. Вишимыш не азаилдем, тваттымыш недадах манзагарым. Вот чам нашкал. Халах варам лезана ежинча. Халах пидяван ежинча. Анладжиш плумалам. Может, они поняли, да, в чем дело? Пиделайк, Леша Калага Таргашин, а мень берги за юрлама юрададан? Палах юраду шиндень, про любовь, порно шиндень, про жизнь, шучандалок шиндень, про природу. Перепар юра гележеть, манжан эс, тень паяны бир анаврени бир? Манада вол гележеть, херзень. Да, пиделайк. Она и в кашней концертрах, а в аспах юрладан, на каждом концерте я пою эту песню. Тень молданы из-за периона юрлаза парадан, кайран умберги кышт калашца и либер. Юра. Чун завныжим похсам манчине, каштуй зам манчарем щумныне. Водан за антарцами скучна, кодарцам щебеш елгу луна. Манжон эс, шалдырдан чудырах. Манжон эс, хевелден ожварах. Манжон эс, чечекрен черденрех. Манжон эс, туринчен хитререх. Млилим ли Юра? Тогда пусть. Леша Индибер Палах паян хадерлин зигильня. Юра самаги зем пирин аларах. Айдерга он берги кштах. Калышца и лицпер. Мин берги щак Юра. Юра, я же манжен эс. Здесь эс ты. Ман плюс шон. Для меня. Шон и его вариация. Шень. Это аффикс причинно целевого падежа, то есть для кого, для чего. Сравните, онежень – ради мамы, из-за мамы. Тусшон – для друга, ради друга, из-за друга. Манжен эс – ты для меня. Чун зал нижим, пахсам манжине. Моя возлюбленная, посмотри на меня. Итак, разберем по словам. Чун – душа, савны –
любимая. А вот щем-щем – это уменьшительно-ласкательный аффикс. Чунам-жем – душечка моя. Савны-жем – любимая. Чун-савны-жем – моя возлюбленная. Этот аффикс можно использовать и уже с известными нам словами. Например, «они-жем» – мамочка. Пыхсам. Какое короткое слово, но какое емкое. Пых. Смотри. Сам всем. Аффикс вежливости. Пожалуйста. Например, калазам. Скажи, пожалуйста. Парзам. Дай, пожалуйста. И так далее. Манчине на меня. Ман или манан. Мой, моя. Переведем всю фразу. Чун савныжем. Пыхсам манчине. Ты моя возлюбленная. Посмотри, пожалуйста, на меня. Каштуй зам манчаре щунныне. Почувствуй немного, как горит мое сердце. Чувствуете, да? Чувствую. Палахинде. Кошт немного. Туй чувствовать. Чувствуй. Сам нам уже знакомо. Ман мое чере сердце. Щунны как оно горит. Не показатель винительного падежа. Да-да, в чувашском языке можно присоединять к причастию прошедшего времени винительный падеж. Даже нужно. Итак, переведем. Каштуйзам манчарещунныне. Почувствуй немного, как горит мое сердце. Дальше. Воданза антарцам и скучна. Стесняясь, не отводи своего взгляда. Водан. Стесняться. Стесняйся. Са – показатель деепричастия. Воданза. Стесняясь. Калаза. Говоря. Ташлаза. Танцуя. Тарткужа. Отвести взгляд. То есть сделать так, чтобы взгляд убежал. Когда мы переводим дословно с одного языка на другой, получается очень даже странно. Но как красиво это звучит на языке оригинала. Ан – это повелительное наклонение. Ан – пох. Не смотри. Ан тарт кужа. Не отводи взгляда. Итак, воданза антарцам и скучна. Стесняясь, пожалуйста, не отводи своего взгляда. Кадарцам щебеш йолгулуна. Покажи свою милую улыбку. Кадарт – показать. Покажи. Са – все тоже, пожалуйста. Щебеш – милый, нежный, красивый, изысканный. Йылкула – улыбка. Кого? Чего? Йылкулуна – свою милую улыбку. Кадарцам щебеш йылкулуна. Покажи, пожалуйста, свою милую улыбку. Маджан эс щалдардан щудора. Ты для меня ярче звезды. Щелдор – звезда. Щелдордан – чем звезда. Падежное окончание в этот раз так называемый исходный падеж. Щуда – светлый, яркий. Щударах – светлее, ярче. Манжен эс щелдордан щударах. Ты для меня ярче звезды. Манжен эс хевельдень ожорах. Для меня ты теплее солнца. Хевель – солнце. Хевельдень – чем солнце. Ожо – теплый, ожорах – теплее. Манжен эс хевельдень ожорах. Ты для меня теплее солнца. Манжен эс чечекрен черджинре. Для меня ты нежнее цветка. Чечек – цветок. Черджень – хрупкий, нежный. Черджинрех – нежнее, хрупче. Манжен эс чечекрен черджинрех. Ты для меня нежнее цветка. Манжан эс пуриджен хитререх. Для меня ты всех красивее. Пур есть все, все. Пуриджен из всех, среди всех. Хитре красивый, красивая. Хитререх красивее. Манжен эс пуриджен хитререх. Ты для меня красивее всех. Хорошая песня. Лахюри. Аван. Пидзе и лемли юра. Мада биде лежит. Манжен эс щелдардан щударах.
манжамес, хебельден кожара. Манжамес, чечекрен черджинех. Манжамес, урджин хитревех. Там да, посередине. Сирепиде пызыктав. Сипредель получение, Алексей. Рага партивиски не юрлама, сирен пиде лаях получается. Играет так, блажает, а? Это вообще здесь вся каша у меня сейчас в голове. Пять действий, как Ленин же делал, да? Вот так вот вся сейчас идет. С гитары я приду, с гитары я уйду. Кто это играет?
ублажает. Чум за влижем. Полный голос нужно петь эту песню. Давайте, кстати, все придумаем. Все.